Всем привет! Сегодня у нас будет новая акция, которую нам добавили вчера. Посмотрел награды, захотел сыграть. Сейчас посмотрим, что да как. Так, называется она «Императорская кузница». Правила какие? За каждый самоцвет вы получаете одну очко, не включая бонусные. Минимум 1000 очков, и вы получаете возможность ковать. Ковка может быть удачной или неудачной. Если шанс будет меньше 100%, то есть у вас может быть фейл. Ну, давайте побежим, посмотрим награды. Так, что у нас есть? Скин тыковки. Купон фона 100 штук. 100 Рудольфов, Афина, сет Каменки, сет Баста и Вольт. То есть 100% шанс получить его. Что у нас еще падает? Сумки питомцев, ордена, мешки, руны таланта 6-е. Смены чар, ну и все остальное, то, что описание есть. Ну, как бы мне тут особо ничего не нужно, кроме питомцев. Вот мы закинули 6 паков и имеем, судя по всему, 3 раза можем его ковать по 100. То есть получается, мы сейчас должны получить 300 Рудольфов, это очень круто. Поехали, попробуем. Так, ковать. 100% шанс подтвердить. Есть. 100 Рудольфов. Круто. Еще разок. Еще 100. Ну, ребят, это просто подарок. Еще 100. 300 Рудольфов. Ну, не знаю. Те, кто играют с донатом, просто обязаны тут что-то взять. Так, ну, купоны мне не нужны. Как видите, сразу шансы порезались. Все, тут мы больше ничего не можем ковать. Ну, давайте тыковки хотя бы заберем. Так, 10. Еще раз 10. Еще раз. Тоже неплохо. За один пак вы можете собрать скин тыквы. И вот у нас осталось 1800 против 3000. 60%. Нажимаем ковать. И удалась. Вот так даже не зафейлились. Крутая акция. Мне она понравилась. Так, что у нас еще есть? Удачный флип. Поехали сюда, посмотрим, что у нас тут упадет. Попытки. Карта подземок. КГшки. Ну, тоже неплохо. Значки. Ну, уже 500 орденов дает. Увеличили количество, что ли. 150 самов, карта смены. Ну, монстрики 3 штучки, тоже неплохо. Итак, Валентина, первый наш герой. Интересно, кого мы сможем еще тут получить. Мало точки. Кстати, тут очень неплохо раньше падали руны эволюции. Я их тут нормально набил в свое время. Карта смены. Класта. Сапожки. Еще. Ну, давайте героя. Давайте какого-то топового героя интересного. Ордена. Сейчас посмотрим, дадут ли нам 300 Рудольфов.
Так. Получается, если взять 6, у нас было 100, а нам надо 160. Где-то 8 паков, получается, вольт, 9 паков. Тоже неплохо. Вот с этого воодушевления, правда, первого уровня. Сердцеедка, второй герой. 47 попыток осталось. Так, давайте посмотрим, кто тут вообще падает. Валентина, сердцеедка, Анубис, Вольтор, Некрос. Неплохо. Ну-ка, удивите, дайте Вольта или Некроса. Коробочка талантов. Хорошо, как раз к обнове будем копить на нового героя, тестировать. Так. Это все хорошо. Но надо Некрос либо Вольт. Будет вообще четенько. Ну, Вольт, приди. Кстати, Вольт очень хреново начал падать с акции. Не знаю, почему Некрос намного чаще падает, чем Вольт. С чем это связано, неизвестно. Анубис. Топчик просто. Еще один Анубис, ребята. Ну вы просто обязаны поставить лайк под этим видосом. Два Анубиса подряд. Это жесть. Король Анубисов, короче. Судя по тому, сколько у меня их в алтаре уже. И сколько мы их слили. Так, ну-ка. Ну давай уже еще, давай еще кого-то. Некроса надо. Мало некросов мне. Еще надо. Ну так, если взять два Анубиса с этой акции, плюс куча питомцев, 300 питомцев оттуда, причем питомец донатный, редкий. Ну, что-то они ошиблись, по-моему. Ну, очень круто. Да, сегодня хороший день по наградам, ничего не скажешь. Так, значки почета. Ну, давайте героя. Ребята, третий Анубис, три Анубиса, это просто жесть. Это просто топ. Топ акция на сегодня. Три Анубиса с одной акцией. Это пипец. Да. Давно такого не было. Ну, так, 7 попыток. Давайте еще топового какого-то героя донатного. Ну, значки почета. Так, ну, три попытки. Две. Ну, походу. Походу и на этом спасибо. Круто, круто. Сейчас посмотрим рюкзачок наш. Это просто топчик, ребята. 300. 300, это вообще просто жесть. Я просто не думал, что оно действительно так будет. Но как видите, 300 Рудольфа мы получили с одной акции. Просто топ акция, как на меня. Не знаю, как вам, но мне понравилась такая акция. Ну, давайте получить все.
ну, просто нет слов. Скин тыквы, куча героев, ну, просто топ. Пишите под комментарием, как вам именно такие акции, стоят ли такие акции вообще вводить. Ну, разрыв будет очень бешеный теперь между донатными игроками и бездонатными. Если дальше будут вводить таких питомцев, это будет просто жесть. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.